Моя любимая красочка L'Oréal Paris, которой я обычно пользуюсь. Крашу волосы уже довольно-таки давно дома. Вот мой любимый 515 номер. Он раньше назывался, по-моему, холодный шоколад, а сейчас ледяной мокко. Вот такая красочка. Очень ее люблю, все хорошо закрашивает, держится хорошо. И цвет хороший получается. Вот сейчас в ленте. В ленте сейчас фокусируйся. Значит, без карты, типа обычная цена 631 рубль, а сейчас на скидке 499 рублей. Ну, с сегодняшними ценами, конечно, это все очень хорошо, но я, наверное, подожду. Подожду, возможно, еще будет скидочка. Надеюсь, она не вернется на 600 рублей, я не успею купить. Хотя у меня всегда есть запасик, пара коробочек. Кто ищет хорошую краску, такой шоколадный оттенок, вот очень-очень хорошая красочка. Ледяной мокко, L'Oréal Paris. Смотрела тканевые масочки и высмотрела вот такие на классной скидке. 105 рублей на скидке по карте 70. Ну, с розой я это не очень люблю, роза. А вот это у нас чем? Дипси. Это у нас что-то морское. С водорослями и коралловой пудрой. Так, я думаю, что пара вот таких масочек я сейчас прихвачу себе. Здесь вот такое какое-то 3D лекало с креплениями. Омолаживающая анти-эйдж масочка с водорослями. С морскими водорослями, коралловой пудрой, дипси. Вот я сейчас себе парочку прихвачу. Очень классную. И 70 рублей вместо 105. Скидки наши все. Наше бьюти все это скидки. Если честно, меня безумно бомбит от стоимости. Сейчас от стоимости дейзиков, антиперспирантов. Ну как антиперспирантов может стоить 300 рублей, а на скидке 214.
когда раньше он просто стоил 200 рублей, а на скидке рублей 100, наверное. Я все время ловила и Рексона. Ну как Рексона может стоить вот столько? Ну, объясните мне, я не понимаю. Или вот эти малышки, как могут стоить по 200 рублей. Ну, в общем-то, делать нечего. Поэтому приходится вылавливать свои любимые дезики. И теперь скидка – это 200 рублей. Скидка 200 рублей. Я очень люблю Nivea эффект пудры. Вообще нивеевские дезики люблю. Поэтому взяла жемчужную красоту. Две штучки. Вот такие теперь скидочки. Вот такая теперь экономия. Ходила-ходила по ленте, обнаружила тоже на классной экономии вот такие скрабы для тела от Комплимент. Это есть с ежевикой и фиалкой.
Он такой симпатичный. С с маракуйи и лилавади, чтобы это не было. Тоже вот такой яркий, красивенький. Так. И еще мне понравился вот такой кофейный. Кофейный скраб, антицеллюлитный, масло зеленого кофе, ланг-ланг и гуарана. Вот теперь выбираю, какой взять. Только непонятно, есть ли там какие-то такие частички. Честно, из баночки не очень видно. Не знаю, какой взять. Объемчик большой. Цена хорошая. Есть еще здесь... это обертывания же идут тоже от комплимент. Такие слаймы мы берем. Ледяное обертывание под пленочку. Ну, сейчас посмотрим, что взять. А, вот еще есть загревающее обертывание тоже. Глиняно-солевое. Но мне нужно скрабик, потому что это... Ой-ой-ой. Мне нужен скраб. Сейчас подумаю, какой возьмем. Решила я все-таки остановиться вот на таком веселом скрабике. Лето, хочется что-нибудь такого яркого и фруктового. Тоже непонятно, насколько он будет скрабировать, но надо будет попробовать. В общем-то, унесем с вами вот такой скраб. Любимую Нивею в ленте сейчас скидочки. Ну, всегда бывают скидки самые разные. На кремчики. В общем-то, если что-то хочется, можно всегда дождаться какой-нибудь скидочки на свой любимый товар. И... собственно говоря, его отлавливать.
Ну, конечно, для тканевой маски это, ну, простите, это очень нехорошо. Это же мой любимый гель для умывания. Но у меня есть вроде бы запасики, поэтому я пока не буду брать. Тоже такой гель для умывания, 209 рублей. Скрабик рисовый, органический. Пеночка для умывания, но 300 рублей, это как-то не очень приятно. Так, ну, собственно говоря, вот такие здесь у нас скидочки. На мицеллярную водичку. Подводим итоги моей сегодняшней бьюти-закупочки в магазине в гипермаркете Лента. Моя любимая краска для волос 515 ледяной мокко. Две красочки. Покупаю про запас, потому что ловлю всегда на скидки, чтобы у меня всегда в запасике было несколько упаковочек. Масочка с бальзамчиком очень хорошая. Скраб для тела с маракуйей и лилавади от Комплимента. Буду пробовать пользоваться. Раньше не покупала. Любимые антипреспиранты Нивея. Купила жемчужную красоту. Нравится надолго. Ну, как надолго хватает. Хватает ровно настолько, насколько нужно. В плане защиты, да, кожи, тела, в любую погоду, и жаркую, хорошие антипреспиранты. И также взяла в свою коллекцию в запасике, у меня их достаточно много, я стараюсь ловить на скидочки и пополнять
свою заветную корзиночку с тканевыми масками, взяла две вот такие масочки с водорослями морскими. Собственно говоря, будем пользоваться и радоваться, что все у нас сегодня получилось на скидочке. Это очень-очень приятно. Всем хорошего вечера. У кого вечера, у кого дня, у кого утро. И спасибо большое за просмотр. Всем пока!